Привет всем! Я думаю, что это будет не слишком длинный, но, надеюсь, полезный и интересный ролик. Вот есть такая страница, называется она Gehalt.de, то есть зарплата.de, и здесь вы можете узнать, как оплачиваются различные профессии в Германии на сегодняшний момент, на 2018 год. Как пользоваться этой страницей очень легко. Для этого вам, наверное, если вы не очень хорошо владеете немецким языком, нужно открыть какой-то переводчик, где вы можете вбить любое название профессии. Ну вот, например, я сейчас попробую, покажу вам, как это выглядит. Скажем, возьмем, ну, самое первое, что мне приходит в голову, например, Циммерман, это плотник переводится, Берехнен, это рассчитать. И вот зарплата выходит 27 тысяч, от 27 до 37 тысяч. Это вот здесь про яр, значит в год. Вот если нажимаете сюда, про монат в месяц. Соответственно, Циммерман, плотник, зарабатывает в Германии от 2200 до 3000 евро. И снизу сразу идут ангеботы. На данный момент 118 предложений для плотника. И тут в различные города: Кёльн, Кирхайм, Дортмунд и Карлсруэ и т.д. Так, возьмем не Циммерман, а, например, электрикер. Нажимаем опять Берехнен. Так, в месяц у нас электрик зарабатывает от 2200 до 3000. Приблизительно то же самое. И вот снизу предложение, все только касающееся электрика. Так, возьмем самую банальную, ну, например, сантехник. Называется сантехник по-немецки Клемпна, и вот его зарплата, как вы видите, даже поболее будет, чем у электрика. Вот Трир недалеко от меня, пожалуйста, тут различные предложения. Несколько страниц. В Берлине, вот, например, до 48 тысяч в год зарабатывает сантехник. Так, возьмем какую-нибудь женскую профессию, доступную для иммигрантов. Например, так, флеги, вот тут идет флегекрафт, флегединст, флегехельфа. То есть это самый простой. Флегехельфа – это помощник при сиделке, я бы так это перевел. Вот помощник – это не совсем тот, кто как бы самостоятельно этим занимается, а только помогает, например, самому флегеру. Да, вот зарабатывает от 1600 до 2000 евро в месяц. И идут предложения, опять же, по различным городам. Флегекрефте, флегехельфа – это все из этой области. Наберем, например, Кранкеншвеста или Кранкенфлега, то есть это медицинская сестра. Промонат. Так, промонат у нас медицинская сестра зарабатывает от 200 до практически 3000. И вот тут пошли в Берлине, в Упперталь, Штутгарт и так далее. Какую бы еще профессию посмотреть? Фитнес-тренер, вот. Вот, например, фитнес-тренер. То есть человек, который работает в фитнес-студии. Он, наверное, поменьше зарабатывает, я так думаю. Ну вот, да, 1700 до 2 с чем-то тысяч. И различные предложения для фитнес-тренера. Так, кто у нас есть еще, например, лерер, учитель. Учитель зарабатывает до 60 тысяч евро в год. В месяц это от 3 до почти 5 тысяч евро. Я всем говорю, хоть мне не верят, что это высокооплачиваемая работа, при том, что я работаю не полный день, а всего полдня. Ну и здесь идет различное перечисление профессий. Вот здесь лерр физики, для математики, для испанского языка. Лерер для физкультуры, спорта,
Лерер в начальную школу в Дрездене, пожалуйста, до 52 тысяч. Математика, информатика. Так, ну давайте посмотрим такую артист. Значит, это врач по-немецки. Во! Врач сразу 133 тысячи в год. Соответственно, в месяц зарабатывает от 5800 до 10 с лишним тысяч евро. На 2018 год врач зарабатывает в Германии вот эти деньги. Вот тут я смотрю, что-то есть такое совершенно невероятное. В Зар-Льюисе заработок до 165 евро, тысяч евро в год. Да? Arbeitsmedizin. Значит, это будет врач, который непосредственно работает... А, понятно. Это врач для Ford Werke GmbH. Значит, это завод по производству автомобилей Ford. И вот для непосредственно этого битриба требуется Arzt или Ärztin, то есть мужского или женского пола, с возможностью Weiterbildung, то есть дальше обучение. Ну и здесь описание всего-всего-всего. Вот в конце, значит, контакт Оливер Рицмановский, его телефон. И здесь можно по вот этому Jetzt bewerben, можно написать свой bewerbung. Но я думаю, что это нужно все-таки делать людям, которые серьезно хотят этим заниматься. Вот так же предлагает Bosch. Ну, заманчиво, да? 165 тысяч в год, это же... Вот 17.03.2018 они искали непосредственно врача для производства автомобиля Ford. То есть, пожалуйста, пользуйтесь этой страницей, забивайте здесь любую интересующую вас профессию и ищите, соответственно, адреса. Ну вот, Arzt, скажем, здесь есть помощник врача, зубной Arzt, то есть зубной врач. Здесь домашний врач, помощник зубного врача, шеф Arzt, то есть это высокая должность, значит, обер Arzt, ну это уже совсем ассистент, фах Arzt, тир Arzt, то есть это ветеринар. Ну вот ветеринар зарабатывает от 2600 до 4000 евро. Вот даже интересно, тир флеги, это даже не Arzt, а просто помощник за уходу за животными для альпакас, то есть малёрка. На остров Малёрка требуется человек по уходу за животными. Ну, тут такая хорошая реклама, сразу море, сразу все, профиль, то есть каким вы должны соответствовать качествам. Unser Angebot – это то, что они вам предлагают. И так далее. Вот по вот этому адресу. А вот, чтобы бевербоваться, вам нужно вот сюда на этот имейл нажать. Или вот здесь, yes, beverben. Это значит, здесь вы можете начать себя презентировать. Ну и тут дается предложение вам, как это лучше сделать и так далее. Одним словом, работу можно искать на разных адресах. Самое главное этим интересоваться. Ну и не забывайте изучать немецкий язык. Удачи в поисках. Я надеюсь, что вы найдете здесь свое место. Я очень на это надеюсь. Пока.